вечно так получается. Все вроде нормально. Задание закончил. Идешь домой. Но стоит только отзвониться на базу, сразу припашут. Хоть вообще рацию выбрасывай. Ну да ладно, в этот раз хоть задача интересная. Остановить захваченный красными ганзейский поезд. Давно, как говорится, не брал я в руки шашек, особенно тротиловых. Секретный агент Ульман на проводе. Смотри, дошутишься. Цель на подходе, готовься. Вас понял. Кстати. Слушаю. Ты же тоннель там не завалишь? Что вы, как можно? Ладно, смотри там. Конец связи. А вот и ты. Готово. Пора отсюда выбираться. Что за... Хан, опять? А здесь-то ты откуда? Длинная история. Мы преследовали этот поезд. Ну, в общем, ты его уже догнал, так что можешь рассказать. Кстати, кто это «мы»? Мы с Артемом. Он, кстати, с той стороны завала. Артем? А он какого хрена тут делает? Опять метро спасает? Позже объясню. Пойдем. Куда? Полис, у меня много новостей для Мельника. И, к сожалению, им он не обрадуется. А как же Артем? Ведь Артем и оказался по ту сторону завала. Но я уверен, что до Полиса он доберется. Там и встретимся. Идем. Интересное кино. Ну, хоть вкратце расскажи. Ну, если вкратце, красные похитили в D6 биологическое оружие и решили захватить все метро. Да, захватывающий сюжет, ничего не скажешь. Попробуй восстановить питание, иначе эти ворота не откроются. Так а чего они? Есть у них такой генерал Горд. И он сейчас полностью контролирует Москвина. А, вот оно что! Корбут! В своем репертуаре выступает. Нехорошее здесь место. Держись поближе ко мне и делай, что я говорю. Начинается. Этот путь приведет нас на полянку. Оттуда до полиса рукой подать. Правда, по дороге может случиться все, что угодно. В каком смысле? Здесь люди видят всякое. Кто-то прошлое, кто-то будущее. Прекрасно. Изумительно. Галлюцинации. Ученые в полисе считают именно так. Галлюцинации. Я же думаю, что все это неспроста. Полянка показывает людям то, что им должно увидеть. Пойдем, выясним, что она расскажет нам. Обязательно спасут.
черти что, наслушался его бреда, теперь мерещится всякое. Можем идти. Вот это да! Будет о чем рассказать на базе. Так, кажется, здесь. Одну заметил. Что заметил? Ну, стоит нам куда-то залезть, начинает твориться всякая чушь. Твою мать! Спокойно. Вот это да. Чуть не обделался, думал достанет. Тихо, тихо! Что? Тише, слушай! Зажигалку, скорее! Идем, быстрее! Крыс не видел.
То ли еще будет. Хорошо. Думай, Хан, думай. А что если нужно включить свет? Ты правда думаешь, что все эти крысы просто уберутся, стоит только включить свет? Нет, но я знаю, что провода под напряжением привлекают электроаномалии. А у нас тут как раз одна имеется поблизости. У нас тут много чего имеется, кроме выхода. Зачем нам аномалия? Электроаномалии реагируют на движение. И что с того? Понял! На движение! А ты молоток! Скорее! По дороге я видел аварийные батареи. Их нужно зарядить. Что-то нет твоей аномалии. Тише. Знаешь, Хан, все-таки надеяться на аномалии не надо. Давай лучше их всех застрелим. Тихо! Она уже здесь. Шашлыка пропадает!
Мы почти на полянке. Так что, пора открывать шампанское? Как сказать? Обычно это пустая станция. Ни зверя, ни человека. Так уже пустая. Ох, что-то слабо верится. А ты говорил, пустая. Пустая, но не простая. Пойдем. Делай, как я. И главное, не говори с ними. Со мной можно, с ними нет. Как скажешь. Все погибли. Все. Да, остались ты да я, да мы с тобой. Как ты можешь быть таким... таким... равнодушным? Ну мы с тобой живы? Живы. Еще скажи, что не рад. Рад. Но... Ну вот. Они думают, что живы. Это просто аномалия. Ничего они не думают, хан. Галлюцинация. Ну что, мужики, давайте выпьем. За то, что живы. Пей теперь. Ты же говорил, не разговаривать даже. А теперь говорю, пей. А что, нет повода не выпить. За жизнь. Хорошо пошла. Да, слышь, Хан, неплохой ты парень. Только молчаливый какой-то. Все с книжками своими сидишь. Тебя даже выпить уговорить целое дело. Будь проще, народ тебе потянется. Точно. А то так и скиснешь в одиночку. Мы зайти! Скуньте кровь, ребят! Бегу! Хан, готовься! Сейчас будет жарко! Thank you.
Что там? Где все? Обошли нас. На станции бойня. Женщин и детей через боковые вроде вывели. Но южный вход точно не удержат. Надо что-то делать. Хан, Кузьмич, давайте в оружейку. Будем рвать южный проход. Костик, остаешься со мной. Понял. Ясно. Пошли, Хан. Быстрее!
как оно бывает, Ульман. Не знаю, почему Полянка решила показать это и тебе тоже. Надеюсь, ты никогда не встанешь перед таким выбором, как я тогда. Я был слишком молод. Пойдем, хан. Нечего тут засиживаться. Ты прав.